нельзя было верить информации, когда показали видео, официальное видео, видео от официальных властей о том, что Роман находится в СИЗО КГБ номер один, с ним все нормально, он дает признательные показания. Вот. Хотя, зная своего сына, я сомневаюсь, что с ним сейчас все хорошо, потому что на видео четко видны следы побоев. Он заметно нервничает, он говорит не свои слова. Я бы сказал, что отпустите моего сына. Отпустите всех политзаключенных, которые ни в чем не виноваты. В чем виноваты эти молодые ребята? Ведь моему сыну 26 лет. Что он сделал? Он был главным редактором телеграм-канала «Нехта». Давно отошел от редакторства этого канала. Это не может у власти править человек, который пропитан злобной ненавистью к своему народу, злобной местью к тем, что когда-то кто-то посмел сказать правду о том, что происходит в Республике Беларусь. Отпустите ни в чем не повинных людей.